Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Мы начнем первое отделение композиции, которая принадлежит русской классике. Написал эту пьесу Римский-Корсаков. Кстати, вот он яркий пример того, что в русской классической музыке второй половины 19 и начала 20 века очень многие известные нам композиторы были любителями. То есть они, основная профессия у них была совсем другая. Ну, например, Бородин был химиком, причем известным химиком. И в то время, если спросить, а вы знаете, кто такой Бородин? Говорит, конечно, химик. Никто не знал, что он еще и замечательно пишет оперы и пьесы. Это только потом уже его слава как композитора дошла до нас уже гораздо в большей степени, чем как химик. То же самое относится и к Римскому-Корсакову. Он был такой военно-морской офицер, очень высокого уровня. Он плавал даже на одном из русских кораблей в кругосветное путешествие, заодно и сочинял музыку. И, кстати говоря, вот таких примеров можно набрать несколько из известных имен русских композиторов. Ну, в то время, кстати, ну, не знаю, в России как-то не очень пользовалась уважением такая классическая, особенно оперная музыка. Считал, что это немецкая вообще вся. Опера вообще родилась в Италии, а симфоническая музыка в Германии. Поэтому относились немножко свысока, так сказать, к этому. Но мы уже по-другому относимся. И вот сейчас вы услышите фрагмент одной из опер, которую написал Римский-Корсаков. Кстати, он писал как раз путешествуя на своем корабле. И опера эта называется «Садко». Кстати говоря, многие русские композиторы принадлежали вот к такой так называемой могучей кучке, которые поставили свои задачи создать музыку, не похожую ни на итальянскую оперу, ни на немецкий симфонический оркестр. И, в общем, они, по-моему, этого добились. И поэтому их и помнят, и ценят за рубежом, за их самобытность. Так вот, это опера «Садко», она была такая, ну, якобы на русские темы, на самом деле там все было такое немножко сказочное, но тем не менее там именно вот внедрялся такой русский пафос. И вот сейчас прозвучит мелодия, которая стала классической, она называется «Песня индийского гостя», Римский-Корсаков, опера «Садко». Thank you.
Спасибо. Сейчас мы переходим к вокальной части нашей программы. Я приглашаю на сцену еще одного участника «Арсенала». Его зовут Марк Юсим. Он исполнит в начале песню, которую когда-то записала замечательная группа, которая до сих пор существует. Она называется «Tears for Fears», что можно обозначить как вообще «слезы ужаса». Ну, там есть масса толкований названия этой вообще группы. Дело в том, что она состояла не из простых музыкантов, а из студентов, занимавшихся, учившихся на каких-то таких серьезных факультетах, типа эзотерики такой философской. В общем, они увлекались разными книгами, в общем, и тексты у них не совсем были простые. Ну вот, это один из их хитов, который сейчас прозвучит, он называется «Everybody wants to rule the world». Каждый хотел бы править миром. Итак, исполнение Марка Юсима, группа «Tears for Fears». It's my own design. It's my own reason.
получив песню замечательного исполнителя итальянского происхождения, он родился в Канаде, в итальянской семье, его зовут Джино Ванелли. Вы услышите одну из песен, которые были хитом еще в 70-е годы, когда он переехал из Канады в Америку и сразу начал там занимать первые места по всем спискам. Его немножко тут же прижали американские различные продюсеры, которым не нравилось, что он обходит их подопечных. И на какое-то время его вытеснили вообще, где-то к началу 80-х годов он исчез. Но он не просто исчез, он почти 10 лет скитался, причем целенаправленно, по различным восточным странам, даже посещал и жил в монастырях разных, занимался дзен-буддизмом, йогой. Вообще, этот человек очень непростой, содержательный, у него, кстати, и песни тоже непростого такого содержания. А самое главное, музыка у него, она, в общем-то, не похоже на поп-музыку. Это скорее какой-то джаз-рок-фьюжн, хотя он проходил по рангу именно поп-хитов. И вот сейчас такая песня прозвучит, которую он записал еще тогда, но он и сейчас продолжает выступать и, в общем, тоже с тем же репертуаром. А песня эта называется «River Must Flow». You're the one I adore.
песнями. Первая – это песня из репертуара Майкла Джексона, один из его хитов, который ему сделал человек, который всячески выбил его. Это был Квинси Джонс, замечательный лидер, аранжировщик и продюсер, который занимался Майклом Джексоном. И вот когда-то он создал такой хит, который вошел уже в историю, вы наверняка его все знаете. Называется эта песня «Human Nature». Перейдет она постепенно в пьесу инструментальную, которую написал я когда-то. Она вошла в состав последнего альбома «Арсенала». И она такой носит характер world music в таком восточном ключе. Называется она «Алайский базар». Коротко расскажу, почему я заинтересовался именно вот этим, этой точкой на земном шаре. Вообще это он возник за 2500 лет приблизительно до нашей эры на маршруте Великого Шелкового пути, когда из Китая везли в Европу, в Африку, в Индию китайский шелк. Уже тогда китайский шелк пользовался колоссальной популярностью. И вот караваны шли оттуда, а навстречу им шли караваны, которые везли в Китай то, чего там не было. То есть везли различные виды оружия кованого, скакунов испанских и, конечно же, рабынь. И вот эти два потока караванов встречались где-то под склонами Алайского хребта. Поэтому это место получило название Алайский базар. И до сих пор этот базар существует на территории Ташкента, в Узбекистане. Он почти не изменился, когда я там бывал. Я тогда еще не знал истории этого места, но мне он почему-то нравился гораздо больше, чем центральный базар в Ташкенте. Так вот, именно этому месту я и посвятил пьесу, которую вы услышите после того, когда Марк Юсин споет песню из репертуара Майкла Джексона «Human Nature». Why?
Thank you.
Евгений Шариков и Аркадий Баклавин. Ансамбль «Арсенал». Спасибо. Ну а теперь давайте сделаем коротенький антракт. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Ну, раз уж мы начали первое отделение с пьесы одного из великих русских композиторов, продолжим эту традицию сейчас. И сейчас вы услышите в нашей версии одну из популярнейших тем, которая, между прочим, исполняется давным-давно, еще с 30-х годов. Я нашел записи, когда биг-бенды исполняли американские эту мелодию. Потом уже в более поздние годы джазовые исполнители, такие как Фред Херш, например. Это очень популярная мелодия, которая она как-то перешла вообще все границы временные и географические. Она называется «Палалецкие пляски». Это Александр Бородин написал оперу. И там есть такая вот сцена, где половцы, там якобы и так далее. В общем, здесь можно слышать вообще во всей его музыке рассказывает какой-то такой восточный колорит. И мало кто знает, что на самом деле Александр Бородин, он был незаконно рожденным сыном какого-то очень высокородного грузинского князя. Это были времена, когда еще было крепостное право. Одна из служанок крепостных, очень красивая видная женщина была, он в нее влюбился. У них был ребенок. Но так как он был при дворе, хотя был грузинский князь, но он был при царском дворе, он не имел права вообще даже рассказывать об этом сыне. Он его отдал на воспитание таким, тоже другим слугам русским. Ему дали фамилию Бородин. И, в общем, потом, когда отменилось уже крепостное право, этот композитор, он до этого не имел возможности учиться музыке, он сразу же закончил стал какой-то вообще очень высокий такой университет и стал известным химиком, между прочим. Но так как в нем вот этот был талант, он не давал ему покоя, и он все время писал чего-то такое, вот ставил опыты у себя там в лаборатории. И иногда в перерыве на обычных листах бумаги набрасывал мелодии, и они падали куда-то в растворы, он их сушил. Там у него вся лаборатория была завешена такими листочками, которые сушились. И вот его друзья, он дружил с музыкантами, они знали об этом таланте, они приходили, брали эти листочки, складывали их, высушивали. И умоляли его заняться музыкой. Ему было не до этого, он был химик такой настоящий. Вот. И таким образом родилась опера «Князь Игорь», где есть такая сцена «Половецкие пляски». И там есть мелодия «Улетай на крыльях ветра». Вот она с явно восточным вариантом, что говорит нам о его грузинских корнях. И вот сейчас вы услышите эту замечательную мелодию, которую мы сейчас как-то по-своему сыграем. Итак, Александр Бородин, фрагмент из оперы «Князь Игорь».
Thank you.
Спасибо. Ну, сейчас мы вновь возвращаемся к вокальной части нашей программы. Вы слышите песню, которая называется «Love Nature». Ее еще в 1970 году исполнял человек по имени Фрэнк Маккомб. И, в общем, его очень помогал и спонсировал его деятельность Стиви Уандер, приложил руку к его творчеству. Он был вообще влюблён в него. И вот именно в стиле Стиви Уандера Фрэнк Маккомб и продолжал свою дальнейшую карьеру. А песня, которую вы сейчас услышите, была написана еще в 1970 году. И, как я уже говорил, называется она «Love Nature».
услышите песню, которую спел когда-то человек, которого зовут Джон Легенд со своей группой Roots. Она называется Hard Times. So many hard times, sitting on the bed floor. Whoa, it's cool.
Спасибо. Сейчас прозвучит песня, которая называется «Shape of You». Ее исполнил некий Эдвард Кристофер Ширан по прозвищу Эд Ширан. Это британский певец. В общем-то, он не очень уж молодой, но зато стал он популярным именно в этом году, поскольку вот эта песня, которую вы сейчас услышите, в нашей версии, она стала, в общем, заняла первое место по продажам как в Америке, в Великобритании и даже в некоторых других европейских странах. Итак, Эд Ширан, «The Shape of You». Thank you.
Еще одну песню из репертуара группы Tears for Fears. Она называется Shout. По некоторым сведениям, это название пришло им в голову после того, как они прочли одну из книг такого довольно редкого писатель, как Артур Якобс, «Первобытный фополь». Это такая книга немножко странноватая. И вот там как раз и пришла идея, что такое шаут. Это крик новорожденного, который вот-вот появился только на свет и еще из утробы матери уже закричал. Вот так переводится как бы смысл этой песни. Итак, «Tears for Fears». Shout. Shout, let it all out. These are the things you can do.
Спасибо вам большое, всего вам хорошего и до свидания.